42 человека, а это волейболисты, самбисты, пловцы и представители других видов спорта, будут защищать честь нашего региона на Всероссийской спартакиаде трудящихся. Ограничения, введенные в связи с пандемией, помешали провести аналогичный турнир на областном уровне. Поэтому в Калугу отправили тех, кто в 2019-м удачно выступил на таких состязаниях в Тамбове. Тогда делегация Сурского края взяла серебро. Слава богу, они как космонавты, все прошли у нас ПЦР-тесты. Я надеюсь, что там тоже здоровье не подкачает, и мы приведем сюда, ну, как минимум, призовые места, надеемся на победу. Но чтобы одержать ее, придется выложиться по полной, говорят спортсмены. Многие перед поездкой, несмотря на занятость на работе и домашние дела, находили время на тренировки. Чем на диване-то лежать, лучше сходить в бассейн поплавать, позаниматься, там же также и с людьми пообщаться, чем на диване дома лежать. Давай ночью полежим. Любое соревнование, оно для спортсмена является достаточно трудным, потому что ответственность за команду, она в любом случае на каждом участнике лежит. И нужно укладываться по полной программе. Домой наша команда планирует вернуться в эту пятницу, 10 сентября.